Ваша лилос вылькерджан. В лесах Прикамья при Урале, где цветет и алмаз, бьют родники, натуральный хлеб дают деревни. Не забывать и помнить должен это каждый из нас. Мы все зависим от решения одной проблемы. Мы загрязняем воздух, создавая свалки, уродуем сами природу нашу, убиваем животных, и нам не жалко. Закрываем глаза, и нам не страшно. Ты можешь кричать о любви безумной к родному краю на всех углах, но если даже мусор не доносишь до урны, то все старания стираются. Эшет, он малпочкова лжит, таджет у нин, у луны кышкыт, кот ин мес лужиными кулео в ноек. Челкыт. Чисто по удмуртски, разделяем мусор. Чисто по удмуртски, эхо памяти. Чисто по удмуртски, бабок не допусти. Чисто по удмуртски, нет луоз, челкыт. Раздельный сбор, это твой лишь выбор, и в твоих руках мир твоих детей. Не закапывай мир под отходом глыбой, экология дело для всех людей. Эшет он мамочка воложит, таджет у нин, у луны кышкыт, кот армет лужиными кулео в ноек. Мед, луоз, челки, это наша земля и нам здесь жить. Удел, кижук, жакте, мы сами виновны в нашей беде. Нимас, бич, очко, раздельный мусор спасет твой дом. Кыл, кутом, ашмё, природа подает сигнал из СОС. Стал корос, БДС, улон, каким будет завтра, это наш вопрос. Каким будет завтра, это твой вопрос. Челкыт. Чисто по-удмуртски, разделяем мусор. Чисто по-удмуртски, эхо памяти. Чисто по-удмуртски, бабок не допусти. Чисто по-удмуртски, нет луоз, челкыт. Не питай иллюзий, что кто-то сверху придет и сделает за тебя. Проблема решается не там где-то, а прямо тут. Начни с себя!